Письмо 23. Душе ему 23. Короче, ему 33 года, я знаю. Ну, на всякий случай. Молодец. Его супруга, очень известная спортсменка в России, не только. Она на Кубке мира в Калининграде. Ну, так совпало, что было в России. Это не престижно, но на самом деле это очень круто. Заняла третье место. Это очень круто по телу. То есть у нее безумные пропорции. Она выступает по фитнесу. Фитнес – это такая категория, где показывают не просто пропорции тела, а еще и произвольную программу в виде акробатики. То есть сальто, фляг, уголок, объединяется в танец, костюм. Ну, практически все знают. Но единственное, что я, вот честно, Алена Буруга, хотя я не имею отношения ни как тренер к ней, просто мы с ней дружим, просто подруги. Я все время ругаю ее за лицо. Алена, будешь танцевать, следи за лицом, не будь такой серьезной. Улыбайся. И теперь. Девочка. Серебряный призер. Кубка мира. Алена Доронина. России, призер мира. Вот. Что ценно мне, пока муж. Очень рада, что здесь. Алёна очень скромно. Очень скромно. Вы не представляете, какая она скромная. Алёна супер. Молодец. Димон, она пойдет переодеваться, что-нибудь о ней такое, что мы не знаем. Она хорошо готовит. Когда я ухожу на работу, она мне накладывает в контейнер куриных грудок и риса. Но ночью на работе я точу кексы, пока она не видит. Поэтому у меня всего один кубик на животе, и он круглый. Дима, что сейчас покажет? Ты на мне спишь ним, а на вас сверху ты, планшет снизу и ты посередине. Вообще у нас дома даже кровати нет, у нас
матрас шириной 80 сантиметров, и мы вынуждены заниматься сексом. Это тоже как-то нас держит в форме. Сколько лет и кто-то по гороскопу? А ты уже спрашивала? Я помню. А ты? Я не верю в гороскопы, я стрелец, мне 30 лет и 3 года. 33, короче. Ну а что там с креслом-то? Кресло? Очень красиво. Я вообще такой страх. Я такой красивый. Музыку погромче, пожалуйста. Американский пирог. Валь, смотри, как американский пирог. Не, я знаю, что я супер. Алена запрещает мне качать ноги из-за катания на роликах. У меня очень большая попа. Это главные мышцы у меня. Короче, перерыв.